Завод по производству гражданских взрывчатых веществ «Травертина», открытие гемодиализного центра, завод по сборке стиральных машин, строительство зиплайна на горнолыжной базе ЗИЛ. Эти и многие другие проекты были реализованы агентством по продвижению и защите инвестиций на общую сумму более 28 миллионов долларов через привлечение прямых инвестиций. В 2019 году агентство планирует реализовать еще множество проектов, подробнее о которых расскажет Джибек Шаршенбеева. Привлечение прямых инвестиций в страну является важнейшим компонентом развития экономики. За прошлый год посредством привлечения прямых инвестиций со стороны агентства по защите и привлечению инвестиций было реализовано 9 проектов на общую сумму 28 миллионов 200 тысяч долларов. Так, среди реализованных проектов: строительство завода по производству гражданских взрывчатых веществ 10 миллионов долларов, открытие гемодиализного центра Fresenius Medical Care Kyrgyzstan 10 миллионов долларов, строительство завода по сборке стиральных машин под брендом «Артель» – 1 миллион долларов. Строительство зиплайна на горнолыжной базе ЗИЛ – 1 миллион долларов. Строительство завода по производству «Травертина» – 1 миллион 200 тысяч долларов. Проект нового центра гемодиализа – 1 миллион долларов. Строительство завода по выпуску пластиковых окон и дверей под брендом «Имзо» – 1 миллион долларов. Все эти проекты были реализованы как в столице, так и в регионах. Реализация многих из них помогла обеспечить рабочими местами местное население. На сегодня в агентстве есть 17 готовых проектов, из которых 10 будут реализованы уже в этом году. Среди них завод по производству биометаллических радиаторов, агропромышленный парк и другие. Проекты в сфере агропромышленного комплекса, то есть будет открыт большой агропромышленный индустриальный парк. Вместе с тем это проекты в части промышленности, в части горнодобывающей отрасли. Также будут реализованы проекты в сфере туризма. Это вот вы, наверное, слышали, это гостиница «Новотель», которая в скором времени будет открыта. Открытие торжественное предполагается на август месяц. Как сообщили в агентстве по продвижению и защите инвестиций, самым крупным инвестором Кыргызстана на сегодня стал Китай, далее идут Турция, Россия, Казахстан и Германия. Наибольшее предпочтение инвесторы отдают промышленной отрасли. Ввиду того, что существует острая необходимость открытия заводов на территории нашей страны для обеспечения населения наших регионов дополнительными рабочими местами, также улучшение благосостояния каждого из регионов Кыргызстана. Ну, в этой связи отдается такое большое предпочтение именно промышленной части. Далее идет уже сельскохозяйственная отрасль и энергетика. Так, привлечение прямых инвестиций играет важную роль в развитии экономики страны. Реализуемые через них проекты оказывают воздействие на объем общественного производства и занятости, а также помогают развитию различных отраслей и сфер хозяйства государства. Джибек Шашамбиева, Нурдан Гарыпбеков, «Пирамида».